этому, короче, самому большому начальнику. Меня звать Зак Уотсон. Уотсон! Понятно? Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. Вообще-то они должны нас защищать. Это их работа. К нам на станцию пробралась какая-то хрень. И ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери закрыли. Спрятались и сидят. Мне страшно. Это кобздец, как мне страшно, люди. Я замерз уже. Как цуцик. Poor guy. Замерз как цуцик. А, удерживать ПКМ и ЛКМ. Нажмите А. Еще и А нажать. А. Угу. Прикольно. Интересный замок на дверь. А, ну теперь я могу все открыть. Только толку? Ну тут пусто. Вроде бы. Ну не, что есть. Вещество Б. Ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть. Тернер, выключи запись. Может, человек стесняется? Человек стесняется, но... Так, там мы были? Ходим отсюда куда-нибудь. Может сохраниться. Так, у нас там были умозамки. Эта игра супер неспешная. Сойти туда, пойти туда, пойти сюда, пойти назад. Пойти еще куда-нибудь. Поиграть в шахматы. Так, нам нужно теперь идти вниз. Там подкрывать пару замков. Интересно, нельзя ли двери как-нибудь закрывать? Я имею в виду. Если бы там за мной гнались или еще что-нибудь. Каждый, что ли, может войти? Без спроса? Клей. Как-то не густо. Что еще? Повиделось? Так, и он и резак, конечно. Этого у меня еще пока нет. А где я видел трупак? Здесь? Да, здесь. И сейчас чужой. Бэээ! Выскочит. Видимо, нет. Но могли бы.
на пугатик. Ну ладно, проходим дальше. Хватит тут тусить. Заставочка даже. Руки вверх. Ладно, ладно. Я Рипли. И откуда ты? Рипли. С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну? Ха, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Вау, он нервный довольно. Дамочка. Только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца! Ясно? Ясно. Воу. Chill, mate. Как? Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. А вдруг ты врешь, бро? Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Не, бро, я бы сказал тебе то же самое. Будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Я здесь. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Бро, смотри на меня. Куда ты смотришь? Я здесь, на самом деле. Чувак. Меня там нет. Я тут. Вот, я перед тобой стою. Давай, я не намерен тут долго торчать. По-моему, он что-то принял, мне кажется. Неважно. Думаю, в его положении я бы тоже что-нибудь принял. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. Ага. По сторонам глазеешь? А что такого? Вообще-то я играю в игру. Хочу я лазею. Клей. Не тебе мне указывать здесь. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо. Мы не хотим проблем. Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. А, тут все сами по себе, я смотрю. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Вот именно. Каждый сам за себя. Так оно надежнее. Так оно надежнее, как бы нет, разве в команде я не больше шансов выжить? Окей. Где мы нам сюда? Где мой друг? Друг? Так, простите, куда нам идти? Сюда или туда? А, вон он. Ты в порядке?
После вас. Понятно. Надеюсь, про корабль ты не соврала. Погоди, сейчас лифт открою. Ну, а ты погоди, я сохранюсь. Дай-ка я. Тут надо умеючи. Лаской. Ну, найс, он без подачи энергии смог это. Лаской. А можно я так буду двери открывать? Ну, лаской. Жми на кнопку. Жми на кнопку. Хе-хе-хе-хе. Может, ты сам нажмешь? Следующая остановка. Грузовой терминал. Давай-ка потише. Мало ли на кого нарвемся. Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Вот именно. Прямо сейчас. Слушай, душа, давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. Хм. Кое-кто похуже. Нет места. Мне нет места для клея. О, нет, как жить, вот как жить. Так. Клей. Создадим еще одну птичку. Теперь можно взять клей, милая. Так, а если я хочу убрать предмет? Мне придется носить всю игру, видимо. Ну, у тебя хоть оружие есть, у меня-то ничего нет. Нечестно. Что такое? Ты в порядке? Черт, валим! За мной! Пригнись! Надо выход искать, а мы тут фигней страдаем. Депу, нет никакого выхода. А тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Ну ты как? Ничего? О, этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной. Ничего, все будет хорошо, я точно знаю. Все время мерещится, что эта тварь прямо за стенкой. Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанийских, как я. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки им не для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Выживать. Ну и весь народ как с цепи сорвался. Сама понимаешь, что страх с человеком делает. Да уж поняла. Ты что, здесь живешь? Это ну, в смысле, Джек Дэниелс. У прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Все, что может, только одна бухашка лежала. Что мне еще взять здесь? Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. Так, что мне еще взять-то? Тут ничего нет. Прости. Те. Тут местами темень, хоть глаз выколи. Так что возьми фонарик. И батареек взять не забудь. Неужели фонарик?
Только не включай, где попало. А то нас заметят. Пошли. Не включай, где попало. Ну, хоть не буду. Сюда. Терпение, терпение, мой юный. Или не очень юный друг. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Давай, осмотрись. Эта шахта единственный выход. Найди ее. Что есть карта. Кстати говоря. Я не знаю, знаешь. А вон шахта. Я не знаю, куда забрался. Нам туда, в общем, да? Аксель, это она? Погоди, я сейчас. Я знал, что она где-то здесь. Видишь? Я же говорил. Это очень мило. Идем. Идем. Да тут я, тут. Лучше давай. Тут не задерживаться. Шевелись. У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Как говоришь, корабль-то называется? Тихо! Там кто-то есть. Да, принято. Так точно. Надо идти к остальным. У них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли. Лучше его не злить. Нам все равно нужны еще припасы. Оружие, еда. Надо взять все. Сохранение. Так, подожди-ка. Секундочку. Тут есть небось что-нибудь веселенькое. Не уверен. Нет. А может и нет веселенького ничего. Ну, значит, сохранение. Ты мне что, совсем за дурака держишь, что ли? Не включай фонарь.
спокойствие. Кальма, кальма. Стой! Ну что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Ничего, прорвемся. Их много, и у них пушки. Не завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше меня. Проскочишь потихоньку. Класс. Да, класс. Кто последние запасы проверял? Ну я, а что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял, ты чего несешь? Эй, ничего он не брал, я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Чё? Что мне делать-то? Подождите секундочку. Ага, туда нужно включить генератор. Он цел. Выключить, вернее. Надо быть начеку и держать оружие наготове. Кто сообщит об этом боссу? Боссу? Да он обычный продавец. И что? Ты на его место хочешь? Он этого не говорил. Я говорю. А ты поменьше говори. За умного сойдешь. Идем. Надо проверить остальные запасы. Так, вот здесь вентиляция. У нас тут ничего. Что случилось? Генератор сдох. Что, сам взял и сдох? Там кто-то есть. Ладно, я тут. Все за мной. Слышали? Не испытывай судьбу! Молодец, Рибли. Сюда. За мной. Он... Потише. Они еще рядом. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Что не такого ты ждала от Севастополя? Меня тут вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. У тебя все? Сквозь пальцы. Я таки сумел добраться... До товара. Шеф не заметил пропажу, станцию закрывают. Мало ли что может потеряться в суматохе. Насчет таможни не волнуйся. Синклер велел своим не докапываться. Да им вообще сейчас не до нас. Они и так только и делают, что нас с утра до вечера пересчитывают взятки. Думаю, ты получишь, за что заплатил. Бейли. Двойной контроль. Ниарсон. Леопард. Вы двое несете первую вахту у двери. Так что считайте внимательно. Соорудить такой замок было непросто. И будет обидно, если сюда кто-нибудь пролезет из-за того, что вы не разобрались в инструкциях. Это так называемый замок на двух человек. То есть для того, чтобы его открыть, два человека должны одновременно задействовать две консоли. Большинство из нас друг с другом не знакомы. Так что это самый верный способ... Это самый верный способ обезопасить припасы и гарантировать, что никто не захапает себе все наше добро. Вы должны дежурить по очереди и приближать друг друга, когда нужно будет впустить или выпустить кого-то из нас. Я имею в виду только нас и больше никого. Неважно, кто там будет в самолете, какие слезные байки они будут рассказывать. Раньше был в одном отряде, но мы дали слабину, и теперь я единственный, кто остался в живых. Не верьте никому, Джо. Опись.
А, инвентарь, ничего не брать, ничего. Не вычеркивайте из списка без моего разрешения. Тонна всего. Примечание, боеприпасы на исходе. Зои удалось раздобыть какие-то рецептурные препараты. Все выписаны на одно имя. Видимо, этому человеку они уже, наверное, не нужны. Advanced AI. Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь. Nice. Второму пульту. Ладно. Ну как ты узнал про это? Алик, что прочитал ты там? Ладно, я знаю, а ты как узнал? Счет три. Раз, два, три. Аксель, сзади. Что? Попался? Все сюда. Поймали ворюгу. Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Уберите руки. Ну, чего приди? Черт! Пошли! Сейчас остальные явятся! Надо валить! Живо! Ах вы сволочи! Стреляйте! Бежим! Он, походу, мертвый! А стекло-то бронированное, небось. Еще заставочки. Иначе он убил бы меня! Тут или ты, или тебя! Ты понимаешь? Что такое? Там кто-то есть! Аксель? Это что за херня? О-о-о! Damn! Ох-ох-ох-ох. О, первая встреча. Что это за тварь? Добраться до транзитной линии. Хо-хо-хо-хо, я опять остался один. О, нет. Так, ладно, посмотрим на карту, что у нас тут есть. Так, обновление карты или что-нибудь в этом роде, нет? Он же не придет в гости ко мне.
На, я хочу проверить. Он там есть? Я испугался, черт. Где мы? О, нет, все заново, реально. Стой. Ну что за проблема? Кто-то чужой танец. Всем глядеть в оба. Увидите, кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Съем конфетку. Ты чего несешь? Эй, ничего он не брал, я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Черт, ну а замок-то, который Джонс мастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть начеку и держать оружие наготове. Кто сам? Что случилось? Генератор кто? Я за мной. Мы тут дожидаемся, пока нас прикончат. Молодец, Рипли. Сюда. Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, потише. Они еще рядом. Ладно. Не буду больше испытывать удачу. Почти пришли. Скоро транзитная линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Что не такого ты ждала от Севастополя? Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Готово? На счет три. Раз, два, три. Да это было на пять, наверное. Скорее всего, да. Попался! Все сюда! Поймали ворюгу! Думаешь, можешь переть все, что... Черт! Пошли! Сейчас остальные явятся. Надо валить! Живо! Ах вы сволочи! Стреляйте! Бежим! Стреляйте, да, конечно. Стеклышко-то бронированное, наверное. Они его убили! В общем, это будет скипу. Не задерживаемся здесь. Это чужой, дамочка. И он нас уже сожрал. Интересно, сюда не забраться. А, он, наверное, вылез отсюда. Точно, 10 из 10.
Не буду испытывать, где он там вылез именно. Фьюх. Ну где-то он там был. Сделать нужно. Пасть центр связи Сиксен. Технобашня. Это она, видимо, да? Спрятаться. О-о-о. Энергосистема. Перенаправляйте ток, чтобы включать и отключать системы, находящиеся рядом с вами. Системы подпитываются от источника энергии ограниченной мощности. Отключив одни, вы сможете включить другие, чтобы узнать, где находится локальная система. Изучите карту на правом экране с помощью маус. Получайте доступ к новым секторам, отвлекайте внимание врага, экспериментируйте с системами Севастополя. Все это поможет вам достигнуть цели. Ага. Так. Нестабильная система. Система динамиков. На транзитной линии запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения. Так, перемещение. И что произошло? Ну, не знаю, что-то изменилось, нет? Валим отсюда куда-нибудь. Ну, карта. Смотрим. Спрятаться, да не хочу я прятаться. Посмотрим, что у нас с этой стороны. Ага. Необходим код. Или плазменный резак. Простите. О. Кто?
кто есть? И... Ага, нам туда и нужно. Мило. Фойе. Попасть на лифте в центр связи. Они собираются идти ко мне или нет? Вообще тут есть... Такая милая кнопочка. Теперь технически они дверь не откроют. Но проблемка в том, что нам нужно туда. Значит, мы пойдем в другую сторону. Тогда. А, или не пойдем? Нет, пойдем. УРД. Тут тонна всего, что не могу открыть. Видимо, я буду тут гулять много раз. Туда и обратно. В дальнейшем. Создать аптечку. Возможно. И сохраниться. Где там было сохранение? Сохранение? А, дверь уже открылась. Ладно. А, они куда-то исчезли. Мило. Подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Ерунда.
О, это нечестно, их четверо, у них всех оружие. Серьезно? У них четверо и у всех пушки. Что мне делать здесь? Простите. Я извиняюсь, игра. Ага. Может, что-нибудь типа оружия? Я имею в виду, час 40 в игре. Может, что-нибудь и мне дадут? Нет? Или мне так прятаться всю игру тут? Серьезно сейчас? Так, я сначала побегаю, осмотрюсь тут. Да как-то ну совсем. Отключить. Видимо, все, что мне дают, это вонючие игрушки, типа, психологические. Как-то не густо. Ха? Фу ты. Что у нас тут? Подача энергии. Хоть что-нибудь на этом корабле имеет энергию? Уже подано ему. Какое-нибудь устройство. А? Ага, я провалился, мило. Ага. Мило. Плазменный резак. Ладно, видимо, кроме как стелс, который я ненавижу больше всего в жизни, мне... Что же мне делать-то тут? Ага. Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных.
Не, ну это реально нечестно. Так, что у нас на здании? О, так мы почти пришли. Ха-ха-ха, минус один. Что с тобой происходит, чувак? Ты в порядке? Пушку подобрать нельзя? Мне сейчас страшнее смотреть на это, чем на чужого, если честно. Вот. Окей, он смог. Где остальные? А вон там остальные. Так, ладно. Покеда. Nice view. What a nice view. Down we go. О, карта. Вроде она побежала вниз. Пошли. Нет уж, я туда не полезу. У нее твое устройство. Куда мне идти, что делать? Окей, найти. Ага. Видимо, нам сюда. Можно сохраниться сразу же. Побыстрее. Да. Достаточно энергии опять. Так, сохранение. Я не хочу подождать. О, нет. Давайте на меня, а, ребята. Вы хотите поиграть?
теперь может храниться? Нет, видимо, нет. А когда? Ну и ладно. Так. Техподдержка. Я думаю, пойду. Пристрелю этих кусков дерьма. Да? Куда это ведет? Я думаю, чужие не ходят по шахтам по таким, я надеюсь. Пожалуйста. Хотелось бы. Револьвер. 10 патронов. Не так много. Давайте, рискните. Кто на меня, а? А и мастер вышел на охоту. Не работает уже? Не, не могу вернуться туда? О, нет, как жить, вот как жить. Ну ладно, тогда вниз. Что ж тогда? Нам остается делать. Что у нас тут? У нас на карте. К нам туда и нужно. В ту дверь. Цо. Не, нам нужно туда. Правильно? О, я могу сохраниться, неужели? Необходим пропуск. Может, пропуск где-то на столе валяется? Да. Mm-hmm.